Стасовыла на наше сотрудничество. Я не знаю, не думаю, но подождем решения судьи. Конечно. А что об этом думаешь ты? Проблема в том, что нужно оценить все улики, заслушать показания. Насколько я знаю, Изабелла клянется, что она невиновна. И ты ей веришь? Я знаю, что Изабелла способна на многое, но я сомневаюсь, что она может пойти на убийство человека, Сильвия. Да, это уж слишком. Хоть бы все прояснилось как можно скорее, потому что мои друзья из Гамары очень хотят продавать тебе свой продукт. Я надеюсь, что ты тоже не откажешься работать с нами. Если ты обещаешь, что это не навредит моей мастерской, я даю тебе слово. К вам визит, сеньора Изабелла. Чавес, вы... Альбухар. Кажется, вы не поняли, я никого не хочу видеть, только моего адвоката. Даже меня, Изабеллита? Альбухар любезно привез меня сюда, чтобы увидеть тебя. Нет, дорогая, для тебя у меня есть время. Мне неприятно видеть тебя, но у меня есть время. Я слушаю. Альбухар, вы можете оставить нас одни? Я полагаю, она хорошо заперта и не сможет навредить мне. Пожалуйста. Я не хочу ссор. Разве ты не болеешь, дура? Конечно, болею. Но когда узнала, что ты за решеткой, не смогла удержаться. Я должна была увидеть тебя там, где ты должна быть. Я полагаю, ты напомнила тебе о прошлом, когда тебя арестовали за проституцию. Ты помнишь? Фильм озвучен компанией Zone Vision. Компания Venevision представляет. Женщина Лоренцо. В предыдущей серии, скажи правду, ты хотела их убить? Нет. Это все выдумки твоей жены. Не верь ей. Лаура не способна на такое. Их хотели убить. Это была не я. Дорогая Лаурита, я снова свободен. И отправлюсь в Перу, как только найду деньги. Очень хочу тебя увидеть. Позвони или напиши по этому адресу. Если ты считаешь, что арест Изабеллы отразится на работе... Не знаю, в любом случае, решение за прокурором. Ты получила то, чего заслуживаешь. Кстати, очень напоминает то время, когда тебя арестовали за проституцию. Помнишь? Гильермо Перес. Адриана Лувьер. Каролина Техера. Андреа Монтенегро. Эдуардо Сести. Камуча Негрете. Хосе Луис Руис. Лесли Стюарт. Хавьер Пиментель. В сериале «Женщина Лоренцо». 79-я серия. Оператор Педро Бергна Валенсия. Авторы сценария: Пабло Васкес, Энрике Монклова, Алехандро Родригес. Режиссеры: Луис Бариус, Тонио Вега, Хорхе Тапия. А ты глупая, очень глупая. Если бы у тебя было больше мозгов, ты бы первая вытащила меня отсюда. Глупая ты, потому что это ты сидишь за решеткой.
Я скоро выйду отсюда. Знаешь, что может случиться? Да. И что же? Ты останешься гнить здесь, а я начну все сначала с Лоренцо и с ребенком. Ошибаешься, дорогая. Если бы я осталась в тюрьме, твой Лоренцо потерял бы все состояние. Дело в том, что он по уши залез в долги, чтобы начать бизнес с моим итальянским другом Эстефано. У тебя мания величия. Ты не настолько влиятельна, чтобы испортить дела компании Паракас. Лоренцо бизнесмен, и ему не нужны посредники. А ты останешься гнить здесь. И не думай, что я забуду тебя. Я буду приходить каждый месяц и говорить, как я счастлива. Ясно? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. У меня много связей. Я уже выиграла одну партию и сделаю это снова. Раньше у меня не было ребенка от Лоренцо здесь, внутри. Какая ты жалкая. Что тебе даст ребенок? Сделает святой? Береги его, иначе потеряешь все. Как страшно. Лаурита, прокурор хочет вас видеть. А меня? Когда позовут меня? Я требую встречи. Не беспокойтесь, сеньора. Дойдет и до вас очередь. Идемте. Пока, Сабелита. Надеюсь, ты представляешь, сколько времени проведешь здесь. Не беспокойся, прекрасно представляю. Идиотка. Нет, нет. Эстефано, это какое-то недоразумение. Конечно, она перезвонит тебе. Да. Хорошо. Пока. Проблемы? Невероятно. Эстефано сказал, что без Исабеллы он и пальцем не пошевельнет. Это серьезно. Что Исабелла? Она говорила с адвокатом? Ее адвокат уехал. Она попросила тебя. Это шутка? Нет. Я сказала, ты не согласишься, но она настаивает. Разумеется. Она сумасшедшая. Орландо, подумай. Ты будешь представлять не ее, а компанию Паракас. Ты сам сказал, что Эстефано нужна Исабелла. Нет. Лоренцо это не понравится. Как я могу защищать женщину, которая пыталась убить жену компаньона? А если она невиновна? Мы должны вытащить ее, иначе всем конец. Что будешь делать? Решай. Поговорю с ней. Но вначале составлю документ. Какой документ? Неважно, Глория. Хорошо. Не понимаю, почему ты относишься ко мне как к врагу? Да. Дело в том, что твое присутствие меня стесняет. Прости. Если это потому, что ты думаешь, что я буду настаивать на твоем внимании, Сильвия, ты ошибаешься. Возможно, я думал так раньше, но сейчас у меня снова семья. Мы пережили прекрасные моменты, к сожалению, недолгие моменты. Что случилось, то случилось. Все в прошлом. Прости, Лоренцо. Я плохо обращалась с тобой. Знаю, ты желаешь добра мне и моему предприятию. Не смейте оставлять меня здесь. Сеньора Исабелла. Ты еще попросишь у меня прощения на коленях.
Я пришел, чтобы отвезти вас к прокурору. Она решит, стоит ли возбуждать против вас дело. Да? Я ни с кем не собираюсь разговаривать без адвоката. Если у вас нет адвоката, его вам предоставят. Нет, не пойдет. Во-первых, он уже в пути, и во-вторых, мне не нужен чужой адвокат. Прокурор задаст несколько вопросов. Вам не о чем беспокоиться. Или есть? Мне нечего бояться. Адвокат уже едет. Я Орландо Пуччо, адвокат сеньоры Исабеллы. Почему ты так долго? Я выехал, как только мне сказала Глория. Прокурор ждет. Прошу. Минуту. Мне необходимо поговорить с клиенткой. Да. У вас есть на это право. Только недолго. Если моя мама и твой папа поженятся, мы будем братом и сестрой. То есть ты будешь слушаться своего старшего брата? Буду, если ты будешь слушаться Алекса. Лучше промолчу. Кончится тем, что все будут жить вместе. Алекс, Нати, Сильвия и я. Кем будет Алекс и Сильвия? Двоюродными братом и сестрой? Нет, они не могут жить вместе. Алекс ее преследует. Представь себе, преследует двоюродную сестру. Все очень странно, очень странно. Привет. Привет. Мими, я принес твои лекарства. Спасибо. Это чудо. Не благодари, это входит в обязанности папы. Твой ребенок тебе благодарен. Спасибо. О чем вы говорили? Представляли, что будет, когда мой старик и императрис поженятся. Он будет моим братом. А ты моим шурином. Я невиновна, Орландо. Это ловушка Лауриты. Она хочет отомстить. Меня это не интересует. Это тебя не интересует. Тогда что же? Что я получу, если вытащу тебя? О чем ты? Я говорю о компании «Паракас». Какой ты бесцеремонный. Сейчас не время. Как раз время, Исабелла. Я и Лоренцо вложили все средства в это дело. Понимаю. Решил использовать момент? Просто подпиши этот документ, и ты покинешь эту квартиру. Как ты можешь не доверять мне, нахал? Таким меня сделали такие, как ты, Исабелла. Я теряю время. Я подпишу, нет проблем. Но снаружи нас ждет Лаурита с прокурором. Что, страшно? Нет, я ждал этого. Так даже лучше. Дело строится на ее показаниях. И я знаю, как нам себя вести. Можно узнать, что делать мне? Ничего, просто подпиши. Послушай. Я подпишу. Но ты не получишь его, пока я не выйду отсюда. Только тогда. Слышишь? Справедливо, Исабелла. Очень справедливо. Пойдем к прокурору. Может, решим, что мне говорить? Не надо. Я изучил дело. Тебе нужно вывести из себя Лауриту. Сможешь? Это моя специальность. Антония! Сеньор Лоренцо. Как сеньора? Она у себя? Сеньора вышла. Как вышла, Антония? Пришел сеньор инспектор и попросил ее дать показания. Как вы позволили сеньоре выйти? Она нездорова.
Простите. Вы же ее знаете. Антония, они пошли в участок? Да, туда, где держат сеньору Исабеллу. Я немедленно иду туда же. Если что случится, звоните на сотовый. Дон Лоренцо, мне нужно с вами поговорить. Антония, давай не сейчас. Не волнуйся, после поговорим. Тони многому научился. Серьезно? А что здесь трудного? Входит женщина и просит свой размер. Я снимаю мерку с груди, талии, бедер и предлагаю, что подороже. А после провожаю до выхода. И не надейся, что я буду ревновать? Мне это и не нужно. Я профессионал. По пожилым женщинам. Приму свои витамины. Конечно. Пожилые женщины. Тони, я рад, что вы с Мими помирились. Честно? Я не понимаю, почему ты против моей идеи стать крестным? Не хочется. Я люблю его, как своего сына. И буду лучшим крестным в мире. Конан, я терпеть не могу, когда ты становишься таким добреньким, умненьким. Ты не прав. У меня тоже есть недостатки. Просто я не такой, как ты. Не грублю людям в лицо. Снова деретесь? Вовсе нет, Мими. Мне пора. Что? Он сам начал. Я иду в бутик. Ты со мной или нет? С тобой. Подожди. Иди пообедай. Я останусь. Я съела пачку печенья. Спасибо. Это не обед. Я обо всем позабочусь. Я не голодна. Снова грустишь? Нати, приходил Лоренцо, и я опять ничего не могу с собой поделать. То же самое с Орландо. Знаешь, как тяжело мне пришлось сегодня в Парагос? Что я пережила? Нати, я думала о том, что случилось с Исабеллой. Может, нам порвать с ними? Порвать, чтобы больше не видеть? Чтобы не страдать, Нати. С ума сошла? Мы потеряем такую возможность. Поняла? Знаешь, мы еще поплатимся за это. Вот увидишь. Смени канал, тоска смертная. По этому каналу покажут клип. Прямо сейчас? Конечно, подожди. Вот он. Какая ты смешная. Спасибо. Что с Конаном? Идиот, хочет быть крестным. И ты ему отказал? Он думает, что будет лучшим крестным в мире. Кто, если не он? Мой старик. Он будет дедушкой, а не крестным. Есть другие варианты. Какие, например? Разные. Нужно подумать. А ну-ка. Помолчи. Видео. Убери камеру, парень, и не прячься за спинами, потому что я Мими, современная девчонка, которая ждет ребенка. Здорово, правда? Классно, как профессиональное видео. Вернемся к разговору. Чем тебе не нравится Конан? Тем, что Конан идиот. Довольно? Пойми, я не люблю Конана, он мой друг. Все равно я его терпеть не могу. Он не будет крестным. Лучше бы ты не признавал ребенка. Куда ты? Вернись. В ванную. Не злись, идиот, не злись. Сеньора прокурор, я нездорова. Немного терпения, сеньора. Терпение. Я и так долго терплю. Я уже давно должна быть дома и отдыхать, а не сидеть здесь, как идиотка. Может, довольна? Где сеньора Фургоне? Совещается с адвокатом. Пусть совещается сколько угодно. Я не намерена ждать. Сеньора прокурор, я могу прийти завтра. У нее будет вся ночь. Ей пора начать привыкать к жизни в камере. Сеньор прокурор, простите за опоздание.
Дорогая, твои крики слышны на улице. Прошу тебя, держи себя в руках. Спасибо. Познакомьтесь, мой адвокат Орландо Пучио. Что? Добрый день. Ты будешь адвокатом Исабеллы? Я защищаю интересы фирмы, Лаурита. Это абсурдно и смешно. Успокойся. Пора начинать. Верно, сеньора? Сеньор прав. Мы не в суде. Я хочу услышать ваши аргументы против сеньоры Исабеллы. Разумеется, эта женщина – убийца. Лаурита, единственная, кто вправе это решать, сеньора прокурор. Держи себя в руках. Сеньора прокурор, я помешала этой женщине убить меня и моего ребенка. Помолчите. Сеньора, вначале я хочу послушать адвоката сеньоры Исабеллы. Вы знакомы с делом? Разумеется, все доказательства являются косвенными. Кроме свидетельства сеньора Лаура. Как вы знаете, сеньора Лаура пережила сильный стресс и не отвечает за свои слова. Я не собираюсь выносить твои оскорбления, Орландо. Я в своем уме. Простите, я на минуту, судья. Что ты замышляешь, Исабелла? Я? Ты хотела меня убить, и сейчас пытаешься отправить в сумасшедший дом? Конечно, нет. Даже в голову не приходило. Сеньора прокурор, я должна сказать вам, что эта женщина всю жизнь питает ко мне ненависть. Если позволите, я расскажу все сначала и во всех подробностях. Я познакомилась с сеньоритой Лауритой Бенавидес в возрасте примерно 17 лет. Мы были подругами. Как вам пришло в голову увести мою жену из дома? Она нездорова. Ваша супруга согласилась дать показания в присутствии прокурора по делу сеньоры Исабеллы. Я хочу поговорить с ней. С сеньорой все будет в порядке. Если с ней что-то случится, вы мне ответите. Не волнуйтесь. Сеньора прокурор знает, что у сеньоры Лауриты слабое здоровье. Сколько это займет времени? Простите. Алло, Дульсита? Какие-нибудь новости на работе? Найди, пожалуйста, Орландо. Как его нет? Неважно, найди в любом случае и скажи, пусть срочно позвонит мне. Антони, если достанешь одно из писем, я хорошо тебе заплачу. Не хочу, чтобы Лоренцо узнал. Я сама ему сообщу. Спустя много лет я вернулась из Европы. Я попыталась разыскать Лауриту с ее супругом, чтобы сказать, что простила их за то, что они сделали, что я не держу на них зла. Но все было напрасно. Лаурита продолжала ненавидеть меня так же сильно, как раньше. И даже сейчас она не может не ревновать меня к своему мужу каждый раз, как мы встречаемся. Hasta tenía celos de mi sociedad con su marido. Se no podía verme cerca de él, ni siquiera como socio. Eso es mentira. Это ложь. Как только она вернулась из Европы, она попыталась отнять у меня Лоренцо. Единственный, кто во всем виноват, это ты. Ты уже забыла, что связалась с этим типом? Спортсменом. Как его? Арчи? Арни? Нет. Алекс. Так зовут твоего любовника. Неправда. Ты сама подослала Алекса, чтобы разрушить мой брак. Подослала? Очень смешно. Хочешь, чтобы я показала сеньоре прокурору фотографии? Какие фотографии? На этих фотографиях Лаура выглядит как порноактриса, занимаясь с любовником сексом в разных позициях. Это подделка, и я докажу это. Хорошо, как скажешь. А что насчет ДНК? Доктор Наварес, врач сеньора, может подтвердить, что у сеньоры не было ни малейшего понятия, кто отец ребенка. Первое, что она сделала, это побежала к своему любовнику. Разве недостаточно, сеньора прокурор? Мерзавка! Сеньора!
Довольно. Она лжет. Я тебя умоляю. Сеньора, вам вредно волноваться. Дорогая, похоже, не такая ты и больная. Ты чуть не оторвала мне голову. Так тебе и надо. Сеньор, если хотите, чтобы мы продолжили разговор, прошу вас успокоиться. Как вы видите, ситуация довольно непростая. Эта история тянется уже давно, и естественно, что сеньора Лаурита во всем обвиняет сеньору Исабеллу. Ты негодяй, Орландо. Я все расскажу Лоренцо. Видите? Эта сеньора только и делает, что угрожает. Лаурита, у тебя нет ни капли воспитания. Представляю, что сказала бы твоя семья. Насколько я знаю, они аристократы. А ты ведешь себя как уличная девка. Сеньоры, будь ты проклята! Сеньора Исабелла, следите за словами. Прошу меня простить, я хотела объяснить, как все случилось, и... Вот именно. Прошу объяснить. Да, с удовольствием. Какое отношение вы имеете к таблеткам сеньоры Лауры? Честно говоря, для меня это загадка, которую я скоро разрешу. Наверняка сеньора Лаурита все подстроила, чтобы обвинить меня в том, чего я не делала. Думаешь, я буду рисковать жизнью, чтобы обвинить тебя? Это смешно. Смешно для того, кто находится в здравом уме. А не для того, кто страдает частыми приступами истерии и ненависти. Сеньора, предупреждаю в последний раз. Держите себя в руках. Предупреждаю обеих. Как вам? Довольно просто, но в них что-то есть. Очень красиво, братик. И их несложно сделать. Конечно, нет. Это же минималистская одежда. Думаю, мы сможем это сделать, и неплохо. Я тоже. Я снова вернулся. Алекс, что ты здесь делаешь? Пожалуйста, оставьте нас одних. Идем, Нати. Ты серьезно настроена? Да, так и есть. Зачем ты вернулся? Что случилось, Сильвия? Я могу находиться здесь. Алекс, это просто повод увидеться со мной. Да. И в этом моя вина? Недавно звонила твоя мать. Я знаю, что ты думаешь, как бы испортить мои отношения с фирмой Паракас. Я считаю, тебе не следует участвовать в этом. Да? Это решать мне, и прошу тебя, не вмешивайся. Ты просто ищешь повод увидеться с Лоренцо. Не суди по себе, а других. Нет, Сильвия, это не так. Разве Лоренцо не причинил тебе боль? Чем он лучше? Я не хочу говорить на эту тему. Собери свои вещи и уходи навсегда. Хорошо, Сильвия. Я больше не буду касаться этого вопроса. Но не выгоняй меня. Здесь я чувствую себя нужным. Прошу тебя. Хорошо, оставайся. Но перестань мне указывать. Договорились? Почему мы думаем, что у нас родится мальчик? А как мы назовем девочку? А как мы назовем мальчика? Мими? Нет, Микаэлла Боничелли. Может, Джакомо? Джакомо неинтересно. Алехандро, как отца. Алехандро, везде Алехандро. Мне нравится Сантьяго. Может, Антонио, как меня? Антонио большой, Антонио маленький, Антонио младший, Антонио старший. Просто Тони. Перестань со своим Антонио. Антонио. Тоник. Здравствуйте. Можно? Что ты здесь делаешь? Хотела проверить, действительно ли ты сын Джакомо Боничелли. Конечно. Пока его нет, я присматриваю за его делами. Привет, Мими. Я тебя не заметила. Я не знала, что ты слепая. Недалеко отсюда есть глазная клиника, где можешь купить большие очки, и все будет в порядке.
Я хорошо вижу, девочка. Я пришла сказать, что по каналу пустили клип. Мы уже видели. Здорово. Спасибо. Всем очень понравилось. Я могла бы записать вас на конкурс, даже если уже поздно. Класс. Ты же хозяйка канала. Предпочитаю коллективные решения. Тони, помоги мне найти мини-юбку. Я? Да. Их полно. Скоро вернусь. И вовсе я не ревную. Пусть ревнует эту щель Сет. Что касается купленных сеньорой Исабеллой в аптеке лекарств, скажу лишь, что она страдает теми же недугами, что и Лурита. Боюсь, это не так, сеньора прокурор. Позвольте решить это мне. Вы подтверждаете, что сеньора Исабелла посещает доктора Нарвайса? Да, но... Она нашла моего врача, чтобы добраться до меня. Вы не понимаете? Прошу вас отметить, сеньора прокурор, что у этой женщины проблемы с психикой. Она продолжает настаивать на том, что я преследую ее. Проблемы с психикой у тебя. Пора уже понять, что Лоренцо любит только меня. Тебя? Не тебя, а ребенка, которого ты ждешь от него. Хотя это не так. Я запрещаю тебе. Опять? Довольно. Я выслушала показания и приняла решение относительно данного дела. Кто тебе сказал? Лоренцо? Нет, Дульсита. Она говорила с Натей и сообщила, что Исабеллу освободили. Теперь мы сможем продолжать работать с Европой. В любом случае, следует спросить Лоренцо. Привет. Привет, Лисет. Привет. Ты забыл? Нет, что ты. Я просто не хотел, чтобы Сильвия ужинала одна. Мы в кино. Ты идешь? Нет, спасибо. Нужно хотя бы иногда отдыхать. Я отдыхаю на работе. Идите без меня. Нет, нет. Я за тобой. Проказник. Папа, снова за свое. Тебе не стыдно? Стыдно? За что стыдно? Мы упражняемся, чтобы к свадьбе быть в форме. Умираю, как хочу пить. Я тоже очень хочу пить. Как мне хочется сока, просто сил нет. Дай мне сок. Первый мне, второй тебе. Нет, я сам себе возьму. Пить, дайте пить. Давай возьмем графин, идем. Перестань, перестань. Сильвия, это уже не смешно. Почему? Это замечательно, что они хорошо проводят время, разве нет? Но в присутствии всей семьи. Что ты думаешь? Они достаточно взрослые, чтобы решать сами им, хотя и похожи на школьников. Ты уверена, что не идешь? Уверена. Идите без меня. Пока. Пока. Возможно, я думал так раньше. Но сейчас у меня снова семья. Мы пережили прекрасные моменты, к сожалению, недолгие. Что случилось, то случилось. Можешь быть спокойна, все осталось в прошлом. Во-первых, хочу выразить свое возмущение поведением присутствующих здесь сеньор. Вам должно быть стыдно. Напоминаю, сеньора, что в этом особенно отличилась сеньора Лаура Бенавидес. Она меня провоцировала. Прости, но все, что у тебя есть против меня, это обычные глупости. К примеру, рецепт из аптеки ничего не доказывает. Или эти отпечатки, которые ты тоже неизвестно откуда взяла. Сеньора. Я уже приняла решение, так что попрошу вас набраться немного терпения и выслушать меня.
Все улики, предоставленные по данному делу, являются косвенными. И считаю излишним передавать дело в суд. Сеньора свободна и может идти. Что касается вас, в следующий раз предоставляйте более существенные доказательства, если хотите начать процесс. Это все. Все? То есть она свободна? Скажи что-нибудь. Сеньора, прокурор, одну минуту. Я этого так не оставлю, Исабелла. Нет? Хочешь устроить самосуд? Я же сказала, что снова выиграю. И я это сделала. Лаура! Орландо, что ты здесь делаешь? Лоренцо, Орландо, адвокат Исабелла. И из-за него ее выпустили. Лоренцо, завтра в офисе я все объясню. Лоренцо, я хочу, чтобы ты завтра же уволил его. Поговорим об этом дома. Врач сказал, что тебе нужен покой. Возьми свою сумочку. Мы уезжаем. Лоренцо, ты не понимаешь. Я хочу, чтобы он не работал у тебя. Ради бога, тебе нужен покой. И что ты собираешься делать? Лоренцо на грани паники. По правде говоря, ничего. Я сделал это ради компании и рассчитываю на твою поддержку. Ну, разумеется, рассчитывай. Следует признать, что твоя стратегия оправдала себя полностью. Только благодаря тебе. Ты умеешь злить людей. Скажем так, это одна из моих скрытых способностей. Может, отвезешь меня в номер? У меня большое желание принять горячую ванну. Конечно, но вначале отдай мне кое-что. Поцелуй благодарности. Что-то еще? Ты обещала помочь в ситуации со Стефано. Я вспомнила. Держи, неверующий. Осторожный. Было приятно иметь с тобой дело, Исабелла. Орландо, не думай, что я забыла, что ты помог Лоренцо найти подделанные фотографии. Так что однажды мне может прийти в голову отомстить тебе. Будь осторожен. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza. Лоренцо, я думаю, Сабелла заплатила прокурору за освобождение. Не знаю, Лаура. Судя по тому, что ты рассказала, и что потерялись бумаги, мне кажется, сеньора прокурор была честна. Ты тоже думаешь, что я все придумала? Я хотел бы вначале взглянуть на доказательства. Ты подозреваешь Исабеллу, но у тебя ничего нет против нее. Но ты не отрицаешь, что это могла быть она? Нет. Я решил удалить ее от себя как можно дальше и разорвать отношения со Стефано. Будь что будет. Тебе следует наказать Орландо. Он предал тебя. Предпочел быть на стороне Исабеллы и действовал против меня. Орландо утверждает, что действовал в интересах компании. Но это другой разговор. Я не знаю, что сказать. Ты уволишь его завтра? Не знаю. Завтра послушаю, что он скажет, и приму решение. Не беспокойся, Лоренцо, ты устал, и тебе нужно отдохнуть. Лоренцо, я тебя люблю. Лаура, сейчас не самый подходящий момент. Прости. Почему? Я хорошо себя чувствую и хочу убедиться, что ты меня любишь. Ты мне нужен. Лаура, я серьезно. Слишком много проблем в голове. Хорошо, Лоренцо. Пока ты не лег, я хотела сказать тебе кое-что. Помнишь, я хотела устроить вечеринку для близких друзей, позвать их в наш дом? Не думаю, что сейчас подходящее время. Но Лоренцо совсем небольшую для друзей. Хорошо? Не знаю, Лаура, если тебе так хочется. Очень хочется. Давай завтра.
Завтра, не знаю. Пожалуйста, Лоренцо, совсем маленькую вечеринку. Я весь день сижу одна и хочу сменить обстановку. Ну, придумать что-нибудь, пообщаться с кем-нибудь. Поговори с Антонией и попроси ее помочь. Привет. Привет. Где мать? В доме Геркулеса. Так поздно? Не удивлюсь, если она придет утром, она совсем с ума сошла. Поеду за ней и привезу силой. По мне, пусть ночует там. Сядь. Ты слышал, что Исабеллу выпустили из тюрьмы? Да. И это меня беспокоит. Потому что это значит, что Сильвия будет работать с Лоренцо. Ты любишь Сильвию, верно? Да. Люблю. И буду любить до конца своей жизни. Как ты можешь быть уверен? В том, что люблю? До последнего времени я не понимал этого. Ты потерял ее по глупости. Но я люблю ее, Мими. И знаю, что ты не поверишь, девочка. Она так меня любила. Ее любовь была такой чистой. Она была готова создать семью. Дать мне все. Все, что я захочу. Это бесценно, Мими. Ты не поверишь. Но я так по ней скучаю. Так скучаю и хочу быть с ней снова. Это замечательно, когда в мире есть человек, который готов пожертвовать ради тебя, всем. Это лучшее, что может почувствовать мужчина. Ты чувствуешь это к Тони? Более-менее. Иногда да. Иногда? Ты чувствуешь себя с ним самой счастливой в мире? Нет. Я чувствую себя его трофеем. Значит, ты должна бросить его? Да. Тони тебя не ценит. Тебе не следует быть с ним. Обещаю. Я подумаю. Только не торопись. Поищи ответ в сердце. Ты раньше не говорил так со мной. Надеюсь, не в последний раз. Спасибо. Правда. Я тебя люблю. Пойду в зал. Удачи, Сильвии. Антония? Да, сеньора. Много работы? Налей мне стакан молока. Сию минуту. Антония, скажи мне кое-что. Да, сеньора. Это не ты подложила мне таблетки, Исабелла? Нет, сеньора, как вы могли подумать? Нет, надеюсь, потому что если я узнаю, что это ты, я выброшу тебя на улицу. И Лоренцо будет на моей стороне. Нет, сеньор, я ничего не делала. Хорошо. Я поверю тебе. Но теперь я буду за тобой присматривать. Да, сеньор. Спасибо. Завтра я устраиваю вечеринку в доме. Поскольку я еще не здорова, ты мне поможешь.
Я буду говорить тебе то, что надо делать. Как скажете, сеньора? Да? Не беспокойтесь. Привет. Привет. Слышала об Исабелле? Что будешь делать? Продолжишь работать с Паракас? Да, так будет лучше для всех. Для всех? Или для тебя, Сильвия? Ну же, я тебя знаю, Сильвия. Лоренцо снова заставит тебя страдать. Я не хочу говорить о Лоренцо. Особенно с тобой, Алекс. До каких пор? До каких пор ты будешь так ко мне относиться? Алекса нет, он не существует. Я тебе не верю. Не верю. Что мне сделать? Чудо? Скажи мне. Да, Алекс, чудо. Проходи, Антония, садись. Слушаю, спасибо. Сеньора Лаурита сказала, вас выпустили. Но, разумеется, обвинение в мой адрес было глупостью. Что тебя привело? Это. Что это? Телеграмма, которую сеньора Лаурита получила из Венесуэлы. Прочтите. Дорогая Лаурита, я свободен и приеду в Перу, как только достану деньги. Фантастика. Отец Лауриты на свободе. Почему она склеена? Сеньора Лаурита сразу разорвала ее. Она ничего не знает. Ты уверена, Антония? Да. Помните, вы обещали вознаградить меня, если я достану письмо? Мой муж безработный. Не беспокойся, Антония, не объясняй ничего. Конечно, я награжу тебя. Ты проделала отличную работу. Спасибо. Возьми. Было приятно с тобой работать. Держи. Спасибо. Не за что. Пока. До свидания. Фантастика. Алло? Детектив Вальдес? Это Исабелла. У меня для вас важные новости. Да, отец Лауры на свободе. Вы должны срочно вылететь в Венесуэлу. Лучше этой ночью. Этот тип должен быть здесь как можно скорее. Да. Не терпится увидеть всю семью в сборе. Фильм озвучен компанией Zone Vision. Vencimos el pasado y cuántas cosas compartimos, dejamos nuestra suerte al porvenir. Y siempre nos dijimos, si hay vida hay que vivir, conmigo volarás, donde el viento soplará. Volarás, nada te reemplazaría.